Этот выпуск, он про учебу в Швейцарии, учебу в швейцарских школах. И сегодня я посещу школу Шампете, где учатся русскоговорящие ребята. Мы с ними пообщаемся, они расскажут нам, как они живут, чем занимаются, что здесь делают. И, конечно, мы узнаем больше про учебу в швейцарских школах. И, конечно, я обещаю вам, что в этом ролике будет множество отличных швейцарских видов. Как, например, вот этот. Founded in 1903 by the Dominican priests. At the beginning, it was a boarding school, only offering the Swiss maturité, but over time we have developed into a real Swiss international boarding and day school. We're here in a very beautiful region of Switzerland, so we are about 200 meters from Lake Geneva. So we have a lot going on, water sports, sailing for instance, stand-up paddling. We are near the mountains, so half an hour drive from here. We can ski, do cross-country skiing, sledging, all the winter sports you would imagine. And of course we have, I believe, 30 plus different ateliers in the afternoon, extracurricular activities, ranging from cooking to ICT, to any kind you can imagine. We are developing in many senses. For instance, we have a lot of demand recently, so we are growing. We have developed also our trip offerings during every vacation. Our boarders have the opportunity to travel Europe or even abroad, for instance, to Africa, to climb Kilimanjaro. As we are traditionally, we are a Catholic school, so we have also we also offer trips to Rome, to Fatima. Там же ресепшн, тут я туда заходил. Здесь вы сразу же увидите статую дельфина. Дельфин – это символ школы. Почему он символ школы? Потому что, во-первых, дельфины умные, во-вторых, дельфины общительные. Ребят, то есть у вас получается школа, у вас получается Лозанна. Она находится в городе, да, школа в городе. При этом у вас здесь есть, называется это лесная школа, forest school, но на самом деле это что-то типа реального леса, то есть у вас есть территория, реальный лес, реальная речка. Вот ребята говорят, да, про палатки, ставят здесь палатки, то есть можно просто на открытом воздухе учиться, делать какие-то ивенты, мероприятия. Здесь рядом у вас озеро, катаетесь на велосипедах и делаете, ну, по сути, все, что вам хочется. То есть школа — это помимо того, что вы учитесь внутри, да, в стенах, вы еще учитесь и за пределами учебного заведения. As you might know, we are part of an international chain with 83 colleges and schools around the globe. So from that chain, we benefit a lot. For instance, we are doing the Juilliard program, the famous Juilliard School in New York. They have designed an excellent arts program for us, meaning drama, music or dance. We are also supported by MIT Boston with a STEAM program. We have a base in Africa in order to climb Mount Kilimanjaro. We have a lot of students who come here for 1 year in order to learn French in our beautiful environment here in Lausanne. The popular program for international kids is our IBDP program, obviously. But on the other hand, we also have students
but there you would have to have very good French skills. We have also students in our Swiss programs, like the Swiss Maturité. У нас в международном бакалавриате, потому что тут три бакалавриата можно выбрать. Можно швейцарский, можно международный, можно французский. Мы учимся на международном. Мы выбираем 6 предметов. 3 из них мы делаем на высоком уровне, 3 на стандартном. И получается, что у нас есть... Ну, я, например, взял математику высокий, физику высокий и экономику высокий. И потом английский, французский и историю я взял на стандартном уровне. Профили у меня физика, география, экономика. А стандартный уровень у меня математика, английский, французский. Ну, все зависит, куда хотите поступить в университет вообще. Например, если хотите в Швейцарию поступить, вы берете матю. Как я знаю, в матю ты за 2 года делаешь 13 предметов. И ты, то есть, за 1 год должен сдать 6, а за 2 год должен сдать 7 предметов. У тебя есть там какие-то возможности, то есть, если не сдал 2 предмета, все равно проходишь. Но он более такой округленный, когда, например, наш бакалавриат, он более специализированный, когда уже понимаешь, что хочешь делать, и с ним можно попасть в любую страну. Тут личная церковь. Раньше это был мужской монастырь. И вот церковь осталась. Она, получается, с 900-х годов. Те, кто верит в Бога, там есть специальные мессы. Если ты веришь в Бога, то посреди урока ты должен идти сюда. И вот тут вот происходит такое событие. У нас тут есть кафетерия 1903. Тут посреди перемены, если мы проголодались или еще что-то, хотим попить, чай, там все есть, мороженое даже, но можем что-либо заказать. Потому что мы живем в бординге, в кампусе, у нас трехразовое питание. Иногда в бординг-хаус у них есть снеки. Там, например, в последний раз, это было во вторник, да? Угу. Там огромный пакет хлеба, нутеллы и еще джемы всякие. Это было просто волшебно. Our teacher come from many places in the world. We have a total of 50 nationalities on campus. So we have teachers coming obviously from Switzerland, like me. We have French citizens teaching here, from the States, from England, from Ireland, etc., etc., etc. University choices are very interesting here at Champité. We have kids staying in Switzerland, going to very prestigious universities like the EPFL, but also actually all over the world, for instance, to Ivy League universities in the States also, or to Great Britain, to very prestigious university at times, like Oxford University. Это ученики из прошлого года, которые поступили вот в одни из лучших университетов мира. Стивен, который на IB был, он поступил в EPFL, инженерный, политехнический, федеральная школа Лозанны. Потом есть Атила из Венгрии, который я закончил 2 года назад, он поступил в Оксфорд. Он, по-моему, набрал один из лучших баллов в международном бакалавриате. Есть комнаты по одного, а есть комнаты по двое. В основном большинство комнат, они делятся на двое человек. И там стараются нас селить разными нациями, чтобы мы знакомились не только с нашими, те, кто прибыли из России, но еще там с мексиканцами, с китайцами. Тут три самые большие нации.
Это китайцы, русские и мексиканцы, да. Вот, у нас двойной шкаф, который закрывается на шторке. У нас есть вот такие вот кровати, две. И внизу тут есть выдвижной ящик. Вот так. Также у нас есть прикроватные тумбочки, две также, лампы. Также две доски над кроватями, чтобы там всякие фоточки вешать или заметки. Наш, так сказать, салон. Наш салон. Где все собираются? У нас есть свободное время во время часовой перемены. Это то есть обед. Вот, мы можем сюда пойти, мы можем в комнату пойти. А на 20-минутные перемены доступ сюда закрыт. А когда заканчиваются уроки? Ну, максимум до 5:30 вечера. Я в 5:30 закончу, потом у меня сразу activity до 6:30, потом до 7:00 там можно принять душ, посидеть, там 7:00 ужин. До 8:00, 8:00 домашнее задание. Ну, это так как я синьор, у меня вот такой график. Потом с 8:00 до 9:00 уроки делаешь, и потом уже свободное время. Вот, где мы занимаемся фитнес. И иногда можно на активити ходить сюда, иногда свободное время. Я обычно хожу сюда, во вторник я хожу на футбол, и в четверг я хожу на баскетбол. У меня фитнес по понедельникам, по вторникам я делаю арт, вот, а по четвергам футбол. Вот эта комната, да, это получается, где у ребят так называемые мамы, да, на бординге. Ну, по сути, это персонал, который постоянно находится с детьми, которые живут здесь в школе. Очень классная фишка, которую сказала Лиза, про дела важные и полезные. Нужно делать что-то хорошее, да, и ребята мотивируются, то есть им дают реальные деньги, которые они потом могут потратить. Также сюда приезжала Эколь Талье Лозан, это лучшая отельная школа в мире, здесь учили ребят, как выступать на публике, как правильно одеваться, как элементарно заправлять постели. Actually, we are currently developing a program that is certainly of interest to our Russian students as well, who have no prior skills and knowledge with the English language. So the idea is to introduce next year the so-called CEFI program, the Cambridge English Foundation Year, which has a totally different approach to learning, meaning that there is a lot of EAL, English as a foreign language, but also over 3 years, we are pooling all the curriculum contents of 3 years, and to learn these contents within the idea of the learning areas. For instance, if we do a module on Swiss traditions in English, then we will go, for instance, to the carnival, design our masks, our disguise. We will rehearse dance and music, and then go with the kids to a carnival to actually experience what that tradition really is in the real world. And then a student can come, do 1 year, see the curriculum contents, learn English, reach the B1 level, and then seamlessly transition into the mainstream IBDP program. Я вообще начинал играть в шахматы, когда был маленький, с папой, и потом построил здесь, в школе, онлайн-уроки по шахматам. У меня есть знакомый гроссмейстер, мы с ним договорились, и он проводит уроки для более маленьких. Они в прошлом году выиграли онлайн-чемпионат, там мы заняли 1, 2 и 7 место из 3 маленьких, которых мы обучаем. В принципе, тут свобода у каждого ученика есть что-то создать самому. Ну, у всех разные проекты. Вот у нас есть CAS, и мы придумываем какие-то проекты. Например, у меня сейчас проект с ребятами. Мы хотим
сделать машины и устроить гонки. Ну, сами мы все делаем, то есть там пилим, рисуем, чертим. У нас сейчас 4 основных проекта, на которые мы отдаем деньги. Это проект в Швейцарии, это Fair Play, это про футбол для детей с особенностями. Потом у нас есть Мадагаскар, куда мы очень часто едем. Вот я в этом году туда съездил, помогали сиротам. Потом есть Либанон, который достаточно новый проект. Если Мадагаскар у нас уже 20 лет, то этот более такой новый. Тут мы собираем сейчас деньги на то, чтобы дать им солнечные батареи в школы, потому что у них есть проблемы сейчас с энергией. И еще у нас есть Таиланд, куда мы тоже ездим и помогаем примерно то же самое, как Мадагаскару, сиротам. Я сейчас возле главного входа в Шампите. Я засеку время, сколько у меня займет для того, чтобы добраться до озера. Все, я у озера. Все, 2 минуты 45 секунд. Я сейчас был возле озера и по лестнице поднимаюсь к самому музею. И у вас вдоль лестницы идет как парк, где стоят статуи, посвященные различным видам спорта и, естественно, чемпионам разных времен. И на лестнице можно увидеть тоже в каких годах, где проводились, прям выигрывали, где проводились какие соревнования.